В этом году детский сад «Рукитас», который находится в поселке Крауя, приступил к реализации проекта «Я знаю, я могу». Он осуществляется в рамках европейской программы «Комениус». Цель – создать методологическое пособие по интерактивным играм для детворы, которое поможет в обучении дошколят иностранным языкам. Помимо представителей Латвии, участие в этом проекте принимают педагоги дошкольных учреждений Румынии, Испании, Болгарии, Польши и Венгрии. 19 марта всех их гостях принимал детский сад «Рукитас». Малыши порадовали заморских гостей праздничным концертом, а также показали им, какие они мастера по складыванию пазлов. Между прочим, представители детского сада в рамках проекта уже побывали в Болгарии. И сегодня дошколята Науэнской волости осваивают игры своих болгарских сверстников. Каждая страна представляет один детский сад. Как я уже сказала, это второй визит. Наш проект проходит 2 года. Первый раз мы были в Болгарии. Болгария – это автор проекта. И в этой стране мы были поражены сердечностью тех людей, которые нас принимали. Очень близка система образования к нашей системе образования, что было очень интересно. Там мы получили много идей для работы с детьми и огромный опыт для общения. Для общения с 6 странами, которые каждый говорит на своем языке. Пребывание в Даугавпилском крае иностранных специалистов подходит к своему завершению. За эти несколько дней педагоги успели обменяться опытом работы, познакомиться с методикой дошкольного образования Латвии, изучить латышские народные традиции и игры.